Президент Вадим Красносельский встретился с главой миссии ОБСЕ в Молдове Майклом Скэнлоном. Обсудили открытие моста в районе сел Бычок Гурабыкулы и актуальные вопросы переговорной повестки. Значимый шаг в налаживании экономической и гуманитарной коммуникации между сторонами переговоров. Так президент Вадим Красносельский назвал открытие моста в районе сел Бычок и Гурабыкулы. Глава нашего государства также поблагодарил главу миссии ОБСЕ в Молдове за участие в решении важного вопроса. Люди благодарят, говорят о том, что в принципе максимально улучшили взаимоотношения, имеется в виду перемещение. Я думаю, что в этом выиграет и бизнес в конечном итоге, потому что было много проблем. Было большое отклонение по доставке тех или иных грузов. Я думаю, тут хороший пример, где можно найти компромиссных решений, от которых зависит жизнь простых обыкновенных людей. Вадим Красносельский напомнил и о других вопросах повестки переговорного формата 5+2. Это апостилирование приднестровских дипломов, проблемы в области телекоммуникации, автотранспорта, сельского хозяйства и образования. По словам президента ПМР, эти вопросы могут быть решены только путем компромисса. Компромисс стоит предлагает шаг на шаг. Шаг сделали, следующий шаг сделали. И так постепенно, я думаю, мы придем к тому, что мы разрешим те вопросы, которые годами сдерживали, по сути дела, нормальные человеческие отношения. В церемонии открытия моста приняли участие президент Приднестровья, молдавский премьер, представители руководства обеих республик. По словам Майкла Скэнлона, это свидетельствует о готовности к решению существующих проблем. That the bridge is a good thing, because that's how we came here today. So thank you for making it easier to come here and be with you today. И я живой пример того, как мост упрощает жизнь людей, потому что сегодня я приехал сюда именно по этому мосту. Готовность обсуждать актуальные вопросы переговорной повестки говорит об истинном стремлении руководства республики находить решения, от которых зависит жизнь людей, подчеркнул глава миссии ОБСЕ. Также собеседники детально обсудили ряд актуальных вопросов текущего диалога между Приднестровьем и Республикой Молдова.